12:57. Подозреваемый Грановский явно кого-то ждет, продолжает сидеть. На подозреваемом черная толстовка, синие джинсы и белая майка. Алкоголичка. Кто? Майка у него алкоголичка. А ты что подумал? Извини, конечно, но я не понимаю, нахрена ты это все бубнишь, а? И так на записи все будет видно. Нет, конечно, если будут смотреть дальтоники. Вот когда нас сожгут в машине, а восстановить смогут только звуковую дорожку, тогда поймешь зачем. И хватит шелестеть этой дрянь, мешаешь сосредоточиться. Я смотрю, ты оптимист. Сожгут. Маньяк хренов. Даже не думаю. И что на этот раз? Чего я не могу на пару минут смотаться в кафешку? Или что, в кофе окажется цианистый калий, да? Или оттуда вылезет солитер и сожрет? Может сосредоточиться. Будь профессионалом, в конце концов. То есть вот так сидеть в двух шагах от подозреваемого, тупо вылупившись на него, это, по-твоему, профессионально? А показать, что нам на него похрен, мы просто два приятеля, которые остановились взять кофе, это не профессионально, да? Да если бы он не такой обгашенный был... Ты можешь уже заткнуться! Чё ты добиваешься, придурок? Вернусь, расскажешь, какого цвета на нижнее белье. Клоун. Клоун. К подозреваемому подошел мужчина. По внешнему виду похожий на неоднократно судимого рецидивиста Владимира Богатикова. Ты видел? Между подозреваемым и Владимиром Богатиком происходит спор. Продолжаем наблюдение. Вот это нам реально фартануло. Ну что, вызываем или сами задержим, а? Подожди пока. Действуем по инструкции. Ага. Смотри, он ему что-то хочет передать. Здравствуйте. Федеральный проект StopHam. К сожалению, вы стоите на тротуаре. Не могли бы вы перепарковать свою машину? Чё? Смотрите, вы стоите на тротуаре, если вы не перепаркуетесь, вот эта замечательная наклейка, видите, окажется у вас на лобовом стекле. Мальчик, иди отсюда, тут большие дяди работают. То есть вы отказываетесь, кто да? Кто такие? Пошли нахер отсюда! Нет, смотрите, во-первых, давайте повежливо, во-вторых, я гражданин Российской Федерации. А я капитан полиции, отошел от машины! Капитан полиции дает вам право нарушать законы нашей страны, да? Какие нахер законы? Чуть дебилы, я не понимаю. В смысле, какие законы? Давайте, нет, я не дебил. Он уходит, погнали! Что вы делаете? Вы человека давите! Ну, что? Эй, мужик, ты чё, а? Руки убирай! Пошёл, у тебя не успокойся! Руки убирай! Руки убирай! Давай! 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 Чё, беспокойся? Чё, урод, ты решил указать, что ли, куда машину ставить? Ты? Кто ты такой вообще? Я гражданин Российской Федерации! Да, не имеете права! Сожрёшь свою наклейку, понял ты? Я тебе башку оторву в следующий раз! Дебил, а? Да уроды вообще, блин! Спасибо. Давай, спасибо. Что ты, нет? Спасибо, мужики. Да ладно, что ты? Давно хотел наказать этих уродов. Ладно, давайте. Давайте.